Да, это тебе, пусть у тебя будет. Пусть у тебя будет. Ну, подожди, подожди. Ну, вот так сделаем. Не, это для чего? Всем доброго-доброго времени. Суток, а у нас суточка. Вот так мы мадем. Вот, видите, как мы умеем? Нет, пожалуйста, мы туда. Вот тебе все надо, все вот. Объясни, как у тебя получается вот этими маленькими ручками доставать все, что можно, а? Вот можешь объяснить или нет? А, куколка моя. Давай, поехали, покушаем. Доброе утро. Вот так у нас началось утро наше. И очень даже позитивно, хорошее и голодное. Голодное, голодное. Давай, быстренько подними ложку. Ложку бери, ложку бери. Иди сюда. Кушать будешь? Нормально. Сядь, покушай. Мы, наверное, чуть попозже, может быть, выберемся на улицу, а может быть и нет, потому что там ветер был такой нехороший, такой. Если я сейчас буду кормить Луну, не надо со мной вот так вести себя. Сядь. Ты... Все, Ники, больше кушать ты не хочешь? Если ты кушать не хочешь, сейчас я буду кормить тогда Луну. Зачем ты со мной споришь, ругается? Ну вот так вот получается. Не хочет она кушать. Все, ладненько. Мы тогда возьмем Луночку, будем кормить ее. Ты будешь есть? Это что такое? Как ты себя ведешь? Все подумают, что ты невоспитанная девочка. Некультурная. Не умеешь кушать. Давай сиди. Не отпущу я тебя, я знаю, что ты хочешь. Вот такое прекрасное утро у нас сегодня. И мальчики, девочки, мы хотим... Да, вы на канале. Папа Валера в рубрике поздравления от вот этой вот непослушной сегодня девочки. Да, не отпущу я тебя, я знаю, что ты хочешь. Ой, у нас в округе же собаки бегают. Не в округе, а во дворе. Она же должна же... Всем хвосты накрутить. Вот, лучше ложку бери и поехали кушать. Давай. Молодец, моя куколка, молодец. И поздравлять мы сегодня будем. Мы будем поздравлять сегодня Нану Очамчирку. Я так понимаю, что Нана у нас из Очамчира. Это район в Грузии, такой прекраснейший город. Стоит, ой, в такой зоне, где растет все абсолютно. Вот что туда не посадишь, все растет. И... орехи, и кукуруза, и хлеб, и фейхоа, и все-все-все, насколько я правильно понимаю, потому что климат там просто шикарнейший. Нана, поздравляю вас с вашим днем рождения. Пожелаю вам счастья, здоровья, любви. Знаю, что когда-то ваш регион затронуло не мир, а затронуло очень плохое слово. Не хочу его произносить громко. Вот я желаю, чтобы в вашем регионе наступил такой мир, который продлится, знаете как, на века. И чтобы там никогда, никогда больше не было никаких краски. Сейчас будем тебя кормить, сейчас. Пискля маленькая. Ты давай быстрее, ты что, специально ее это делаешь? Пожелаю вам счастья, здоровья. Знаем, какая вы сердечная и душевная девушка. Потому что, проводя наши эфиры, общаясь с вами, и вообще общаясь просто с вами, мы поняли... Ты как неугомонный ребенок. Вот там вот дядьки вчера были, вот она видела, да. Вот они могут сейчас прийти сюда и забрать тебя, да? Поздравляю вас, Нана. Пожелаем счастья, радости, любви, здоровья. Самое главное, чтобы был мир и было здоровье. Чтобы каждый день... в вашей жизни был счастливым. Счастья вам желаю. Давай. Вообще, ребятам из Грузии мне трудно что желать. По одной только той причине. Они там такие красивые тосты говорят. Они там так красиво рассказывают. А я навык потерял. Да? Вот им говорю, давайте мы вспомним, как там тосты надо. Вон дядька идет. Все. Дядька, иди сюда, иди. Иди Нику вот забери. Давай тогда рот открывай. Рот открывай. Все, не хочешь?
Тогда мы сейчас возьмем ники и продолжим. А пока, Наночка, вас с днем вашего рождения. Счастья, здоровья и любви вам. И верной дружбы на долгие годы. Вот чтобы вас окружали только хорошие, приятные, позитивные люди. И откровенно сказать, мы рады, что мы с вами познакомились. Спасибо вам за это. Вот такое у нас сегодня поздравление для нашего рожденного, который пора, не надо, это кофе я тебе не дам. Давай, йогурт будешь? Давай, хорошо. Как ты, отсюда с бутылочки будешь? Или налить тебе в стаканчик? Давай. Мы рады, что познакомились с вами и можем быть друзьями. Спасибо вам за это. Ну вот. Да? Все? Все, мы пошли. А теперь мы делаем рокировочку маленькую. Вот наш маленький голодный кинь-кон. Что ты будешь кушать? Вот этот будешь кушать? Или вот этот будешь кушать? Вот этот она будет кушать. Да, проголодавшись она. Конечно, скажи, мы растущий организм. У нас должно быть все вкусно. У нас должно быть все полезно, да? Давай, моя девочка. Ой, боже мой. Ой. Дождалась. Ну, моя красавица. Ты мое чудо. Аферистическое чудо, аферистическое. Мальчики, девочки, она это просто уникум какой-то. Уникум. Она смотрит на то, как поступает и делает Луна, Ники. И она до конца еще языка не понимает. Ну, понятно, она больше года жила, и с ней разговаривали на арабском языке. И многие вещи она только вот сейчас начинает понимать, разбираться. Но при этом она смотрит, что делает Ники. Ники-то хорошо все уже понимает. И она ведет себя таким же образом. И у нее где-то какая-то вот кнопочка есть, чуйка называется. Она когда чувствует, что вот сейчас вот-вот может на нее голос повысить. Ну а как мы их ругаем? Вернее, наказываем. Наказываем мы тем самым, что и ругаем их. А ругаем мы, повышая, естественно, голос. То есть это процесс воспитания. Да? То есть вообще, если бы и голос на них не повышать, сейчас возьмешь. Голос не повышать, это было бы что-то. Это было бы... Вот мультик, помните, про обезьянок там? Вот это было бы хуже, чем мультик про обезьянок. Все, подожди. Да, вот тебе еще, пожалуйста, это для тебя. Да, для тебя. А что ты думала? Я его буду есть? Открыли уже. Ой. Так вот, она все это дело сечет, а потом она неинтересна, невкусна. Ну, давай. Ложечку другую? Ну, давай другую ложечку возьму. Как вкусно. Вот, к сожалению, нам поздравлять сегодня больше некого. Ну, не написали нам. Наверное, есть день рождения, но нам не написали. И мы поздравим всех, у кого сегодня день рождения. Пожелаем счастья, здоровья, любви. Пожелаем, чтобы все ваши желания сбывались. Вот. И что касается дней, ребят, сегодня очень-очень интересные дни. Сегодня день семейного счастья. Поэтому все, у кого есть семьи сегодня, знаете как? Вот воспользуйтесь второй позицией, которая сегодня есть. Это день нежности, международный день нежности. Воспользуйтесь вот этой нежностью для того, чтобы провести время с семьей. Это тебя Ники научил? А? Что ты там? Где там? Сейчас, мы сейчас вернемся. Секундочку, но при этом будем говорить. Ой. Мы игрушку потеряли. Да? Но ее Ники могла забрать. Вот. А с нежностью отнеситесь сегодня ко всем своим домочадцам. Каждый из нас. И проведите это
этот вечер, сегодняшний вечер в семейном кругу, в любви, в наслаждении, в нежности. Да, я призываю к этому, потому что с наших семей начинается мир во всем мире. И то, как мы его, то, как мы проводим это время, зависит от того, что будет вокруг нас. То есть все хорошо прошло, встретились. Вот так вот пообжимали, поцеловали. И настроение поднялось у всех, да? Участников этого события. Да. Кто-то хочет куда-то убежать, а кто-то хочет кого-то не пустить. Подожди, ты пить еще будешь или нет? Все, сейчас пойдем, сейчас закончим. Не надо вот этих мне... Взяла, зачем ты выбросила эту игрушку опять? На, пить будешь? Пить будешь? На тебе ее. На, пить будешь? Аферистка! Говорит, все, давай заканчивай, говорит, уже разговаривать, рассказывать. В общем, мальчики, девочки, сегодня еще день нежности. А еще сегодня... Всемирный день свободной любви. Но кто назвал этот день так, немножечко другой вкладывал туда смысл. Но единственное, что хотел бы сказать из этого, что значит для меня свободная любовь. Да? Мальчики, девочки, это любовь, которой нет ревности. И вот если сегодня собрать вот эти все моменты, любовь без ревности, с нежностью, проведите, пожалуйста, этот день в кругу семьи. Вечер. Сегодня выходной же. У всех есть такая возможность. И мы снимаем этот ролик рано, для того, чтобы вы нас успели услышать. И кто еще, может быть, не успел купить билеты в кино, побежал бы их купил. Кто еще не успел бы, там, я не успел, скажем, приготовить какой-нибудь тортик, чтобы пришли для того, чтобы вечером чай попить, взяли бы этот тортик. Вот, в общем, ребят, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга и относитесь друг к другу с нежностью и с любовью. Да, девчонки? Давай. Не надо пальчиком туда лезть, не надо. Кофе будешь? А кофе? Ники. Да, моя девочка, да. Ой. Я тебе тоже комбинезон сейчас одену, подожди. Ну, по-взрослому, мы уже взрослые кинг-конги. Да? У нас последние дни что-то. Не надо туда. Ручками лезть. В общем, мы на этом с вами, наверное, попрощаемся сегодня. Думаю, что немного. У нас хорошая погода стоит. Пасмурно, ну, не очень сильно дождливо, но все равно дожди, они как-то вот. В основном под утро нагрянут, прольются и потом прекращаются. И из-за этого мы никуда не выходим эти дни. Но я думаю, что в ближайшие дни, как все распогодится, вы обратно нас увидите на природе. Нам так понравилось, что мы сами не хотим дома сидеть. И с другой стороны, нам уже так не нравится комната наша, что мы пытаемся сменить как-то немножечко обстановку, чтобы вам показать наши... Вот эти... Поздравить. Ой, ты боже мой. Так что на этом, наверное, пока. И пока. Так, сядь быстро. Это что такое? На этом, наверное, пока. И до завтра на этом же канале. В рубрике поздравления от папы Валеры. И вот этих девчонок Луны и Ники, которые вы уже видели. А пока всем. До завтра.